Всем привет, дорогие друзья! С мясного Зарбаба мы продолжаем проходить игру Осирис Новый Рассвет. Итак, мы с вами в прошлой серии разобрали какую-то старую базу и в конце серии нашли с вами медь. Но опять сюда прижит этот чертов жук-паук. Я бы хотел бы все-таки с ним не драться. Не хотел бы с ним не драться, но, блин. Но он пришел ко мне опять-таки. Я просто в шоке. Оу, чувак, а как так-то? Ну давай. Да я вообще не наношу ему никакого урона. Просто в офиге. Ну я тогда сейчас умру. Я тут буду очень долго его бить. Я даже не буду лечиться. Vitals are now critical. Отлично, вы умерли, спасибо. Я просто вообще не понимаю, ну нафига давать таких сразу крупных монстров, блин? Ну это какой-то полный бред полнейший. Ради чего, спрашивается? Ради чего? Ну ты ничего не сможешь сделать, у тебя ничего нету, блин. Ой, короче, к этой игре очень много вопросов всяких. Плюс ко всему еще выяснилось, что, блин, знаете что? Тут еще авторские права на музыку. Вообще шикарно, просто идеально, блин. Ну, лучше не придумаешь. Мне, по идее, нужно лекарство, у меня его нифига нет. И как лечиться, я тоже понятия не имею. Жареное мясо не дает, к сожалению, лечения никакого. Попробуй тогда фруктами, что ли. Опять вот темно стало. Почему темно? Как это, блин, понять по времени? 8:25, здесь 10:48. То есть 10:48 это время именно 10 вечера, здесь получается 8:29. Зачем надо было с временем путать? Вот это вот... Зачем надо было? Вот это разное время стоит. Нахрена? Я не понимаю вот этого опять-таки. Зачем это надо было делать? Ну, просто бредятина полнейшая, вот и все. Что вот это вот перестрелочка красная стоит? Как будто здесь противник, но его нифига нет. Ладно, получается, идем с вами дальше. На низкую плотность. Сходим, получается, вот сюда, посмотрим. Мне нужно найти сейчас, получается, только серу из низкой плотности, так сказать, да? Vital stabilized. Так, а могу я тебя разобрать? Нет, это я его получаю. Вот, мне нужен дисментл. Да. Смысла просто нет. Его тут оставлять. Это что, титан вообще, офигеть, классно. Но это не то, что мне нужно. В шахтах, да, в шахтах я знаю, что там много всяких тоже ресурсов, ящиков, но, блин, там тоже свои монстры. И опять-таки, я не знаю, здесь они насколько нормальные шахты, потому что в экспериментальной версии шахты были забагованы, и я перемещался каким-то непонятным образом на другие планеты. Шахты, по идее, вот как писали в комментариях, что должны вы позволить выйти в другой части планеты. А я, получается, перемещаюсь в космос. И потом снова куда-то опять-таки, где нет ни ресурсов, ничего абсолютно. Так, это что-то фиолетовое. Это магний. Но мне магний-то не нужен. Мне нужна сера.
Ну, я, наверное, конечно, тоже его сейчас возьму, если у меня будет такая возможность его взять. С моим инструментом. Да, могу. Хорошо. Теперь мне куда-то туда надо будет идти. Что у нас там по перевесу? Да пока нормально. Да ты чё? Это кто еще такой? Чувак, вот ты мне нафиг не упал, понимаешь? Вот абсолютно. Почему нельзя как-то их напугать, чтобы они куда-то ушли? Но он будет мне преследовать, пока я его не убью. Ну да, попробуем. И не попал. Я не понимаю, боевка здесь просто дерьмовая абсолютно. Стопроцентное дерьмо. Извините уж за мой французский, но оно только есть. Ничего не понимаю. Я вообще по нему попадаю я. Не попадаю я по нему. Да пипец, их тут два теперь, класс. Я тут с одним-то пытаюсь справиться. Ты можешь бежать-то куда-нибудь сегодня вообще? А, у меня изоленты нет, кстати. Вообще шикарно. Что вот это такое? Железо. Да ёптать, еще и застрял, блин. Ну, давай ты сдохнешь уже что-то сегодня, я не знаю. Мне неинтересно уже становится в нее играть абсолютно. Это такое дерьмо, серьезно. Игра абсолютно дерьмовая. У меня нечем, не лечиться, ничего у меня нет абсолютно, ничего. То есть я должен идти каким-то непонятным монстром, которых я убить не могу. У меня нет такой возможности, у меня нет никакого нормального оружия. Давай хотя бы от третьего лица посмотрим, что ли, я не понимаю. Блин, какая же отвратительная игра, просто. Ну вот серьезно, ребят, у меня нет желания ее даже продолжать. Вот серьезно, нет абсолютно никакого желания. Да залезь ты куда-нибудь уже, блин. И чё, у меня теперь низкий кислород постоянно будет, да? Не, я все-таки думаю, что это будет последняя серия по этой игре. Она абсолютно не готова. Вот не нравится мне она абсолютно. Я надеялся, что прям будет прям очень хорошая выживалка, а в итоге полное говно оказалось. Пипец. Он еще и падает. Так, ну я так полагаю, это опять-таки не то, да?
Почему там магний написано? Почему магний, если это железо, блин? Почему магний, если это железо? А чё, нет оружия, что ли, никакого? Ну, тут явно нету серы. Мне написали, что сера, возможно, там, где возле каких-то деревьев, но никто не может дать точные координаты. По мне, должно быть все рядышком. А в итоге, подожди, так у меня получается, что нет... А, ну, возможно, у меня нет изготовления, потому что не стоит. Потому что базу свою не вижу. Да, вот моя база. Пока мне все не нравится. Так, а где этот... Медь, понятно, что на высокое. Мне что-то там еще было на ультра, что ли? Нет, золото, меркурий, не то. На средний. Да, мне нужна вот банка, кстати. Утюг, блин. Классно просто описание. Где маркер-то? Здоровья вообще-то нет никакого. Смогу что-нибудь там смастерить на себе? А, мне нужен фрукт. А здесь красное нужно, класс. В моем сейчас состоянии я не готов путешествовать по планете. У меня нет нормального ни оружия, ничего абсолютно. Почему мне надо искать, ходить по планете, блин, и умирать от каждого монстра? Почему нельзя было сделать ресурсы рядышком? Ну хотя бы, чтобы начал ты нормально существовать, блин. Я поставил на обычный уровень сложности. Это не супер выживач какая-то сложность вот стоит. Короче, пока это последняя серия. Потому что все идет к тому, что игра отстой. Есть намного лучше выживалки, и они более лучше сделаны, а это полный отстой. Вот я разочарован, опять-таки. Можете дизлайки ставить, можете что угодно писать. Но игра отстой. Это куда же ты поставил-то маркер-то? Я что-то не могу понять, блин. А, так это опять не то. То, что всякие утюги. Да что ты застрял-то, блин? Так, по-моему, с этих берется красные ягодки, если ничего не путаю. Да. Мне надо просто хотя бы подлечиться. Кто, блин, еще? Да вы издеваетесь, что ли? Отвалите от меня вообще, пожалуйста. Отстань, тварь. Где? Так, свет выруби. Так, там что-то еще есть. Какие-то антенны. Вот эти тоже, блин, перемещения по горам, то себе еще удовольствие. Это вот моргание постоянно. Ну, то есть больше раздражающих факторов в этой игре.
Так, мне нужно сейчас камни, чтобы собрать себе новый этот. Да не то. Окей, давай теперь разбирать. Может, опять что-нибудь получу. Что, нельзя это разобрать? Класс. А я думал, можно разобрать. Ну, тогда пошли дальше. Я уж надеялся получить какие-то новые ресурсы. Вот опять красная стрелочка, блин, мешается мне тут. Угу. Так, ну давай разбирать. Так, ну что-то появилось. Хромизм здесь. На низкой плотности ничего нету. Мне нужна банка всякая. Так, еще два элемента, которые надо разобрать. Колесо. Колесо. Отлично. Разобрал. Так, ну и какой ты плотности? По-моему, эти не могу ломать. Ай, вы че, бляха-муха, издеваетесь, что ли? Что ж за отстой-то какой-то сегодня вообще? Офигеть! Ну я не хочу опять умирать, мне надоело все это, блин, уже. Все. Задолбало. Давай быстрее, блин, в... Гребаный спортсмен, блин. Беги давай! Почему нельзя от них отстать? Вот этого не понимаю, блин. А не будьте преследовать до последнего. Да беги ты, блин. Ну что ты за... Задолбал уже. Да беги ты! Не работает Shift, блин, задолбал тут уже управление. Пипец какой-то. Вот, вот нафига оно мне надо было? Ну, давай, кто-нибудь там. Сейчас еще тот подойдет, блин, по-любому. Почему не ударил хорошо? Давай, 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 давай. Отвратительная боевка, просто отвратительно. Кривая, косая. Непонятно, в какую область бить. Давай быстрее. Ну чё, тут никого не попал вообще, блин. Давай, давай, быстрей.
И, кстати, она не защищает, получается, твое укрытие от большого монстра вообще никак. Он спокойно может через него бить. Да вот почему ты не попал-то? Объясни ты мне, блин. Грёбаная игра вообще. Кривая вся. До ужаса. Так, мне нужно не вот это, мне надо вот это. Мясо мне надо. Я ничего не могу строить. Мне это уже серьезно не нравится абсолютно. Почему опять все панели появились? Типа я заново начал, но с тем же самым постройками. Ну, короче, полный отстой. Все, отвратительная игра. Заново почему-то все появляется. Но при том, что мои постройки остаются на месте. Ну, то есть какой-то полный бред. Так, что у нас тут? Мясо мне нужно. Это тоже нужно. Вода нужна, это не нужна. Это сломано, не знаю, что с ним делать. Кстати, его можно будет разобрать. Это сюда, сюда, сюда. Все, места больше нет. Зачем мне ремонт? Мне нужно не ремонт, мне нужно разобрать. Так вот. Так, бронзу, по-моему, я тоже не могу еще сделать, да? Ну да, банки не хватает. Грёбаные банки не хватает. Здесь банки, потом вообще серы не хватает. Так, печатную плату надо взять. Чё я выложил-то? Так, это рабочая? Нет, это сломанная. Не, мне надо что-то тяжелое выложить. О. Отлично. Так, сломанный ствол. Это сломанная банка имеется в виду. Кстати, я могу сейчас починить банку-то хотя бы? Да. Попробую там кислород взять хотя бы, что ли. Где мне эту вот банку искать? Давай попробуем сюда пойти. Да не застревай ты, блин. Ну, хотя бы, надеюсь, получилось уйти от здорового. От этих мелких, ладно, фиг бы с ним. Молибден. Да залезь ты.
Это все камни. Опять эти твари. Никель. Не могу все равно его добывать. Но это опять не то, да? Я пока, получается, еще не дошел. Чтобы понять, что это за скопление. Что не так? Иди ты куда-нибудь уже, в конце концов, блин, гребаное передвижение. Что это такое? Банка? Ты банка, блин? Тин какой-то. Да, гребаная банка, наконец-то. Блин. Ну, хотя бы бронзу я уже смогу сделать, отлично. Но мне нужно серо еще найти. Хорошо. С этим разобрались. Теперь на низкую плотность нужно найти серу. Сера должна быть желтая. Надо поставить вот это вот дело. Не кряхти. Ну давай, чувак, ну как-нибудь, блин, сделали бы нормальное передвижение по этим гребаным горам, ну серьезно, блин. Понатыкали этих гор, и хрен их по ним походишь нормально. Ну давай, дай мне серу, пожалуйста. Мне осталось только серу найти, все. Банка есть, все есть, нужна только сера. Сказали, сера должна быть возле каких-то больших деревьев. Какие большие деревья, непонятно пока. Что за музыка пошла? Блин, это не сера. Так, меркурий какой-то. Да не то. Не знаю, есть у меня или нет, но возьму на всякий случай. Так, это тоже возьму. Он, по-моему, я брал. Тогда я не понимаю, опять где искать. Я тут уже был везде. Тут серы нет нигде абсолютно. Ну и все, и серы нет. Ну и где мне ее искать? Сюда, что ли, идти? Ну это полный отстой. За 3-9 земель гребаная сера. И главное, ты можешь ее добыть из других ресурсов, но ты не можешь, потому что у тебя пока нет этой гребаной печки, блин. Полный отстой. Давай, беги. Что это? Сера, золото? Что это такое? А, это камни обычные.
Молибден. Молибден мне не нужен. Тем более, я все равно не смогу его добыть. Вот низкий уровень кислорода. Я могу, конечно, его, в принципе, поднять. О, там как раз есть... какой-то газ. Может быть, там кислород будет. Банка у меня, в принципе, есть пустая. Также, в принципе, я смогу и воду добыть, имея пустую банку. Блин, и темнеет. Но опять-таки, я сейчас построю тогда укрытие и буду здесь спать. Главное, чтобы не появились гребаные монстры. Вот в чем проблема. Так. Пятерка, да? Нет. Ага. Хорошо. Какой-то взял газ. H2. Водород. Так, ну я опять, получается, передвигаюсь к тем антеннам. Ну, там тогда, получается, заночуем. Так, ты что у нас такое? Какой-то странный камень. А почему он такой блестящий? Странно. Давайте хотя бы до антенны дойдем. О. Хотя, может, как-то можно починить, я не знаю. Нет, починить никак нельзя. А, там вообще какая-то база. Ну, вот это уже поинтересней. Но это все старое. Старое, все это не используется. Смогу я зайти сюда? Отлично. А почему бы здесь бы мне не остаться? Дай серу. Не, ну в принципе дал-то он получается неплохо этот. Целая банка? Нет, сломанная. Нельзя разобрать? Окей, хорошо. Ну, я тогда, в принципе, наверное, здесь и заночую сейчас. Опа, мертвый. Вот с тобой так же будет, дружище, если не найдешь сейчас серу. А что ты с ним ничего не можешь сделать? Никакого лора нету, блин. Ну, то есть никаких записей, что здесь произошло. Что за катастрофа произошла? Ну, я говорю, вот реально у игры был бы хороший потенциал, если бы ее нормально бы делали. Но ее сделали из рун вот плохо, абсолютно. Да дай мне серу, ну пожалуйста, блин. Ну, в конце концов, я не хочу где-то за 3-9 земель ее искать. Могу, кстати, здесь построить себе укрытие да выспаться? Сейчас попробуем. Структура. Ткани нету. Раз, два, три, четыре. Так, выпущенные жестких кусков хиновой антенны, чтобы обеспечить ремонт спасения точную точку. Пипец перевод просто, офигеть. 8 плюс 6, 10 плюс 8, 12 плюс 7. Коса. Ну, кстати, коса, наверное, было бы неплохо прям, да? Так, ладно, строим. Нет, здесь нельзя, кстати. Жалко, жалко, жалко. Так, поверни к моему этому. Во. Так, спать. Мне осталось найти только серу. Грёбаную серу.
Так, а разобрать-то можно? Подожди, можно... О! Не, подожди, зачем? Вот. Но опять-таки, это не разбирается. Писали комментарий, говорит, построй вот это вот дело, блин, баги. Да, ага. А рецепт-то у меня есть? Рецепта-то у меня нет, как я могу ее создавать, блин? Никак. А чтобы до этого рецепта дойти, это как до Китая. Ну вот вроде как какие-то большие деревья есть. Надеюсь, что там сера и будет. Главное, чтобы не было тварей. Что я уже устал с ними сражаться. Было бы, наверное, лучшим вариантом, если бы они появлялись только ночью. Ну, только какие-нибудь мелкие появлялись бы днем. Чтобы просто добыть ресурсы. А так... Ну вот реально. Ночью пусть вылазят, да и все. Но с другой стороны, вот, допустим, экспериментальная версия. Там на тебя монстры не нападают. Но тогда в этом вообще никакого нет интереса. Строить оружие, защищаться, строить базу. Ну ёптыть, бляха-муха, ну опять нету, опять какой-то магний. Ну где сиру там не искать, объясните мне, я не понимаю. Сказали, говорит, возле больших деревьев, вот большие деревья. Что ли? Чувак, отвали от меня, беги давай. Это не сера. Блин, это опять-таки не сера. Ну где мне ее тогда искать? Ты что, еще пуляешься, что ли? Пипец, сколько я буду его лет бить? Сера опять нет. Я не понимаю тогда, где серу мне взять. Ну и что ты не сдыхаешь? Не, не хочу вот так вот. Что-то не могу понять. С разных мест, что ли, добываю что-то? Так. Но это опять не сера. Где мне добывать серу? Я не понимаю. Я уже обошел всю часть планеты. Так, гидроген. По-моему, у меня есть, да? Я его взял. Водород, да. Ну где мне искать серу? Я не понимаю, опять. Алюминий.
Ну давайте вернемся к тем деревьям, но опять-таки, там нет скопления, не указывают, что там все. Сорок две минуты уже прошло серия, и ничего хорошего в этом нет. Серо как не было, так и нет. Я все обошел. Вот это сейчас будет последняя точка. В остальных местах я уже 100% был. Так что я не знаю. Пока это будет последняя серия. Либо вы мне точно пишите место, распишите, где это можно будет добыть. Потому что я не понимаю, опять-таки. Я все обошел, где было указано скопление. Серы нет вообще. 7 мест каких-то. Хотя бы, говорю, вот здесь бы дали бы возможность собрать серу. Вот серьезно. Ну не дают же вот ничего абсолютно. Ящик ящиками, а серы как не было, так и нет. Так, можно это как-то убрать? Опять нету серы. Мне кажется, на этой планете вообще серы нету. О! Блин, у меня перевес, ты серьезно? Ну, металл оставлю. Тоже пока оставлю. Не понимаю, нафига мне нужно. Да не это возьми. А, это разные еще, между прочим. Ну, опять-таки, я не вижу смысла сейчас тут все дело туда разбирать. Оно все выпало здесь. Гребаный металлолом. Ящиков больше нет. Серы нет. А, ну бежать я, кстати, не могу, потому что у меня перевес. Круто, да? А металлолом исчез, да? Еще круче. Ну давай я воду пооставляю. Алюминия 48, неплохо. Так, это, кстати, пустые. Сломан тогда оставлю тоже. Мне как бы надо освободить под этот... самое тяжелое убрать. А вот еще, кстати, целый комплект. О, неплохо, кстати. Неплохо. Вот эту тоже воду оставлю. Хотя она, по идее, вообще ничего не весит.
Ну ладно, 100 килограмм. Бегать-то могу, бегать могу. Ну все, это получается последняя точка. И это нифига не сера. Все, я не знаю, где тогда искать серу. Это снова не сера. Это снова алюминий. Все, я не понимаю, тогда где искать серу. Где-то здесь какие-то деревья, давайте тогда к ним вернемся. В общем, все плохо. С этой игрой абсолютно все плохо. Сера должна быть недалеко от начальной точки. Все, это закон. Закон игр должен быть такой, что ты, чтобы тебе развиваться, тебе начальные ресурсы должны быть находиться вблизи. Либо ты смог их счета добыть. Я ничего не могу добыть серу, абсолютно. То есть я, конечно, могу добыть, но мне не позволяет это делать игра. Потому что нету тихо печки, которую нужно построить. Для которой нужна сера. Отвратительно просто. Просто отвратительно. Но большие деревья только вот эти вот. Все, я больше не понимаю ничего. Серы нет, все равно здесь никакой. В общем, пока это финальная серия, да, по этому прохождению, по этой игре. Потому что я не вижу в ней никакого смысла. Ни смысла, ни интереса. Ты, блин, несколько серий будешь только искать одну гребаную серу. Ее в итоге ты не найдешь. Я все обошел. Я скопления все обошел абсолютно. Серы нет. Бляха-муха. Только вот этих, что мне не хватало, упырей. Они, конечно, не только сильно опасны, но, блин, их трое, и это опять-таки время займет. Да иди ты куда-нибудь, гребаные камни. Че, атакуют, что ли? О, блин. Ну и почему слабый урон? Да иди ты сюда-то, ну. Даже собирать его не буду. Вот, большие деревья, все. Где здесь сера? Может быть, с тебя добывается сера, с дерева? Это кора. Это тоже кора. Серы нет. Вот это большие деревья. Все. Так, это, по-моему, кислород, да? А где тут пустой? Да, это кислород, хорошо. Кислород у меня есть. А серы нет. Все уперлось в гребаную серу, в которой просто нет. Просто нет. Че тебе надо-то? Сейчас сдохнешь у меня. Я тебя сейчас покусаю, тварь. Да ударь ты его, блин, упырь.
Ай. Гребаная боевка. Еще один подошел, блин. Сдохну, но вас всех убью. Ну и чё-то не попал. System restored. Нету, серый, всё. Я всё обошёл, все скопления. Серый нет. В общем, как-то так. Здесь я был. Здесь я был. Здесь я был. Здесь я тоже был. Тут я был. Здесь я был. Здесь был. Здесь был, здесь был, здесь был. Все, серый нет. Вот где мне тогда ее искать? Я тогда не понимаю вот этого тупизма. Серый нет. И как тогда я должен развиваться? Полный отстой. Vital stabilized. Я не понимаю. Пишите, тут, может, по-моему, есть какие-то координаты, да? Точки координат. Нет? Координирование. Нет, нифига нет никакой точки координат. Что очень, кстати, плохо. Ну вот, смотрите, я вам сейчас показываю карту, вы мне пишите, где может быть Сера. Вот где она. Вот название района хотя бы запомните, покажите мне, где тут Сера. Серы нет, я все обошел. Просто на все обошел, Серы нет. Как-то так. Как-то так. Nutritional balance achieved. Ладно, друзья. Пока это финальная серия, а там дальше посмотрим. Почитаю ваши комментарии, и гневные, и с дизлайками, и нормальные. С описанием, где добыть серу. Потому что серы как не было, так и нет. И все опирается в то, что нет серы. Я не могу дальше развиваться. Ну, либо, я не знаю, либо сера находится в шахтах. Не ясно вообще мне. Ну, вот, в принципе, я тут вот недалеко нахожусь от шахты, опять-таки. Ладно, тут хотя бы безопасно. Здесь, в принципе, я и закончу. Вот прямо здесь, рядом с этим трупом. Так сказать. Вот тут и остановимся. Как-то так. На сегодня все. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих либо прохождениях, либо играх. Всем удачи, ребята. Всем пока.